Здравствуйте, дорогие друзья! Когда-то я приехала в этот город на курсы по аранжировке и влюбилась в него. Поэтому мне очень хочется познакомить вас с этим чудесным городом. Но съемки в этот раз делала уже не я, а мой сын. Итак, приятного просмотра! Амстердам – столица и крупнейший город Нидерландов, расположенный на севере страны, в месте впадения рек Амстел и Эй в Северное море. Название города можно дословно перевести как «плотина», «дамба» на реке Амстел. Это жемчужина Северной Европы, Венеция Севера. Город удивительной архитектуры, сотен каналов и тысячи мостов. Город расположен в северо-западной части Голландии, практически на берегу Северного моря. Амстердам лежит в низменности. Климат умеренно морской, и погоду во многом определяет близость Северного моря. Часто в осенне-зимнее время дуют пронизывающие северо-западные ветра. Зима в целом достаточно мягкая, с небольшими морозами. Лето в Амстердаме теплое, но не жаркое. Амстердам разделен на несколько районов. Старый центр – средневековый город и самый посещаемый район Амстердама. Известен своей архитектурой в традиционном голландском стиле, многочисленными каналами, мостами, магазинами, ресторанами. В старый центр входит и знаменитый квартал красных фонарей. Кольцевой канал – район, возникший в 17 веке с множеством шикарных особняков и ночных клубов, внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Север – традиционная голландская сельская местность, фактически жилой пригород. Запад – огромный район, который условно можно разделить на старый и новый. Восток – большой разнообразный жилой район с преимущественно современной архитектурой. Площадь дам, давшая название Амстердаму. Музей Мадам Тюссо. Королевский дворец. Thank you.
В теплоплавучих домиках живут люди. Kan er even één sloep weggaan, want Harry Slinger wil graag afmeren. Links, op nummer 263, ziet u het Anne Frankhuis. Hier hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog Anne Frank en haar familie ja, nou, ik had eigenlijk over één sloep, want ik heb eigenlijk wel een kindbouw. Wil jij even weggaan? Want hier, in dit huis, schreef Anne Frank haar dagboek Het Achterhuis. Dat de het is nu ja, we hebben er niet echt met ons gesprek, dat snap ik zelf ook nog wel. Maar ja, we moeten wel mijn mensen eraf kunnen laten. Nieuwe hond om mijn kopje, die kan je niet eens. Dat is ergens anders очаровывает и влюбляет в себя с первого взгляда. Это место по-настоящему свободных нравов с уютной атмосферой старого европейского города. В Амстердаме каждый найдет что-то свое. От походов по музеям и просмотра достопримечательностей до вкусной кухни местных ресторанов и шумных вечеринок.